Гэри Беткинштоу, всем привет, с вами Валерич, The Bavitor. Да, всем привет, продолжаем Saints Row. С этого момента, короче. Да. Когда мы хандрим, поплачем над своими ошибками и так далее. В труселётчиках. Труселётчики. Труселя, будем плакать. Поплачь над своими ошибками. Вот так вот. Не встает. Не хочет. Ну, человек после работы. Отъебашил 16 часов на заводе. Дать ему. Без передышки, да. Без обеда. Бедный Лукаш, ему так просто плохо уже. Не выдерживает. Well, looks like we both got fucked over. Yeah. Я. Упала, да? Ладненько. Алла шляпа. Упала быстрее холодильник, там туды-сюды. Ой, почему я так резко двигаюсь? Аж плохо стало. Хозяин своей жизни. Действительно. Хозяин своей жизни, да. Блин, сетевой код здесь, конечно, говно еще то. Ну, нахрен, мы уже... третью часть писали бы. Угу. В смысле, это и так есть четвертая? Не, это четвертая. Ой, мы бы уже пятую писали бы. Ну да. Ты видел, кстати, какие резетки здесь? Ну, это, вот эти, блядь, вилки. Необычные вот эти тройные. Тоненькие. О, там водка есть. Да. В холодильничке ему. Или это морозилка? Лежит водочка. Это морозилочка. А ебать, поджаться ты. А, это вафля еще выпрыгивает. Вкусно, вкусно. Ничего не скажешь. А чего они не жарят? Блин, я когда-то мечтал себе купить так тостер вот такой вот. Попробовать. О, просто плюхнитесь на диван. После такого момента я что-то перехотел, тостер не работает. У тебя уже этого момента не было, да? Да, да, уже не было. Окей. Okay. Левизор, да? Ничего не поменялось. Кстати, телочка сбоку там, то что нужно. Ну, черненькая. Когда-то настанет момент, что я повзрослею и начну делать нормальных персонажей. Man, I'd hate to be the idols right now. Everyone at that party's probably gonna get killed. Sucks to be Kevin Eli. Yeah. Oh shit. We gotta go. Ой, что? Набирайте. Набирайте. О. Туса, туса, джуса. Coming, джуса, туса. И долс. Видел, сколько этих питеров здесь? Питеров? Ну да. Ну да, да. Да. Питеры, здесь много питеров. Паркеров. Еще и разных питеров. Угу. А вот еще одни подкачанные питеры. Есть беленькие, есть черненькие. Любой вкус питеры. Розовенький. Я вашу мать. Что тут здесь происходит? Пострелили? Да, похуй, в порядке. Домой дойду, мама пизды даст еще. Почему так поздно пришел? По той же ране, да? Да-да-да. Так, ну что, едем, короче. А что ты в этих штанах, а я в труселях? Ничего не понял. Ой, давай запрыгнем сюда. Ёбаный. Нормально, сядь, Маша. Вкуснее. Поехали, ладно. Да, ну туда, да. А куда она спешит? Кто спешит? Кто сказал, кто спешит? Вроде бы нет.
Я еду так, знаешь, еще бы музычку какую-то расслабляющую, вообще было бы кайф. Я бы и спешить никуда не нужно. I'm the friend you should be worried about. You are taking Los Panteros to war just because you think Marshall and the Idols embarrassed you. You're saying some shit. На такой машине дрифтить опасно, как занесет. Угу. А можно я подбить его чуть-чуть? О, можно. Блядь. Ладно. В принципе, кого угодно можно подбить. А, ну здесь же... Ну да, я забыл. Ух ты. Ух ты, ого. Жёстко. Жёстко было. Мне кажется, такая струя в реале просто бы подбила бы, пробила бы просто железо. Да нет, вряд ли. Она бы не, может, не подняла, там, наверное, давление не очень большое прям. Может, перевернула бы просто. Ну, тоже сомнительно. Все возможно. Нужно... Ух ты. Разрушителям легенд написать. Пусть проверит миф. А, нет, есть там. Я думаю, их уже нет. Там другие снимают. Что же такое? Я млянекой. О! Здорово! Здорово, братанчики! Ой, ёлы-палы! Давай на крышу, на крышу! Ай! Да, так хотелось. Да-да. Постикая вода. А что, нам нужно, наверное, встать? Наверное, я вышел. В мусиках. Ух ты, блядь. Какого хрена ты на крышу улезла? Я не понимаю. Что их так много? Кэмерон! Ай, ё-моё. Закинул его. Кинул в жопу. Кинул в жопу гранаточку, закинул. Хули он бегает вообще? Ой, это ты. Ты мне в жопу хотел гранату кинуть? Нет. Не договаривая слова, это опасно. А, это типа босса сейчас будет или что? И я там в трусиках подхожу. Ну, ты просто стриптиз танцевал, не успел одеться. Ну да. Такая заварушка просто была. Looks like you're gonna back the fuck off. No, 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 no. They're cool. They're with me. If they're with you, then you get to kill them. Да давай уже. Пошел нахер. Вот так вот. Правильно. Свою банду создадим. Вон, женщина тоже в трусиках, ничего страшного, в принципе. Так, закружайся. А я боялся. О, подожди, а, да, он типа боссом. А можно ему гранату закинуть и все? Попробуй. В жопу закинешь? Не, не закидывай, сука. Сука, не закидывай. Ты его добиваешь? Да, я его, кстати, убил. О, они все разбежались, блядь. Я в него отжал эту ППшечку. Куда вы побежали, вы, блин? О, блин, ну ППшечка. Шляпки. Ой. Победите врагов. Так а где они?
А, вот, бегут уже. Давайте! Сюда! По жопе. РПГшечка у женщины. Где она пропала? Жаль. Жаль, РПГшечка пропала. Блять, никого не отсмотрела. Для мало боеприпасов. Здорово, ребята, шо вы спавнитесь? Я понял. Перемочил всех, у меня даже никого не оставил. Вот же сучка. Вот это прикольный, прикольное добивание. Так, окей, что нам, машину? Давай. Какой себе там двигатель стоит, е-мое. Жестко. А, мы на крыше с тобой, понятно. С РПГшкой. Бам! Шпау! Ну, это будет весело. О! Бам! Вообще. А что, у меня только один патрон? А, нет, не один. Тоже неплохо. А мы вдвоем лечим. Ну, ты снизу и сверху, ну, как обычно. Бам! Хорош. Ой, ёд! Да-да, красиво, давай еще раз. Убить врагов во время поездки на крыше. Батя, они улетают. Бам, нахуй. Ебать, он же перегнал нас. Там вообще четко. Чётенько, ё. Вау, смотри, как вперед летят. Спешат, наверное. Да. Дома утюг не выключил. Вау. Ну, красиво, блядь. Он еще отстает, блядь. Вау. Пингуин вся хуйня. Ты, конечно, вообще, блин, пор. Нифига себе, у нас на всю, блин, на пятишку. От этих чуваков, прикинь. Розыск. Репутейшн охуенный. Охренеть. Так, гори уже. Горите вы в аду. Кантоны. Они должны вообще со всех краев. Да походу они, так они так и едут, слушай. Одного убиваешь, еще 20 приезжают. Ой, красота. Вот это наше здание, видишь, там сзади? Где? Да, ты уже, мы уже проехали его. А, ну да. О, привет. О, мопеды обожаю. Жестко. Держи. Хорош, это был хороший выстрел. Да, она разлетается. Ой, бля. Вот это. О, поезд? Ебать, там поезд впереди. Ни хера себе, ты смотри, они в защите, блядь. Епона, мать. А это, конечно, было круто. Вот так и оторвались. Классно, нет страховки у пацана. В больницу нельзя. Ну да. Вот зачем водка. Ну да, а ты думал пить. The idols and Panteros aren't exactly our number one fans right now. Isn't that obvious? We're starting a criminal empire. What? Your car was right, Eli. About everything. Yeah, what the fuck is happening? Guys, we're really good at what we do. So why are we doing it for other people and not ourselves? I mean, you know how to start a business. Kev knows how to get attention. I'm a walking murder party. And Nina? Nina's the best goddamn driver in the business. Who could touch us? Hell, we just took on two crews at once and walked away just fine. I was shot. And you're getting the sticker, so quit bitching. I'm in. Fuck yeah. Yeah, let's do it. Okay. Eli? Guys, this is a little crazy. What happened to there being a difference between surviving and thriving? Well, I survived being shot, and now I want to thrive without being shot again. Nina's down. Kev's down. Snickerdoodle is definitely down. Oh, do not bring her into this. Eli, this cat suffers no fools. And neither should you. Ah. Is that a yes?
Кот, блядь, на инопланетянина похож. Как и твоя жопа. Сука, хозяин своей жизни, хорошо. Окей, ладно. РПГшка открылась, вызвать подмогу можно теперь. Тачка Элая. Какая-то там, ну да. Что там дальше по заданиям? По заданиям, что у нас дальше? Ой, не туда. Улучши свое оружие в схроне. А ты на четверочку? Умение на двоечку, на троечку, на четверочку можно тебе ставить? Да я уже поставил все. А как? Ну как, ты выбираешь умение и ставишь. А, все, есть. Так, это есть. Потому что меня... Отведи меня в церковь. Во, это задание. Мы сейчас получим, короче, общину нашу. Наше здание будет. Строгая мать. Чего? Дает временный прирост здоровья, чтобы выдерживать больше урона и избежать оглушения. Угу. Навык называется «Строгая мать». Строгая мать. Хорошо. Так, задание. Неиссякаемый источник. Делать активным. Возьми ты трубку. Кстати, надо тебе пополнить. Патроны, можно здесь? Дать. Розыгрыш удался. Какого хуя я мусоркой стал? Я бы хотел на это посмотреть, слушай. А что ты сделал? Розыгрыш. Не знаю, как ты разыграл тебя, блядь. Я сам не понимаю, как оно работает. Нужно понять, как это... Я уже второй раз на это попадаю. Yeah, that's less useful when people try to kill us. Nina's right. We need more people. We'll look more legit if we have a home base. You saying we're not legit already? Oh, I love you, but I'm allergic. Yeah, point taken. All right, let's brainstorm. Аллергия, блин. I gotta be able to host some parties and have more than a fucking galley kitchen to work with. I want to be able to set up a proper garage to work in. I don't think Sergio's gonna be letting me near the forge anytime soon. That's good. What you got? I don't know, a ball pit? I'm joking. Kind of. I'm kind of joking. It needs to be defensible. We pissed off a lot of people, and let's not kid ourselves. They're gonna try to kill us. You're fun. Hey, man. Just being real. For me, we need it to be cheap. We don't have a lot of cash, so we'll probably be looking at a fixer-upper. So, we need an open space for the interior, a decent plot of land to build a garage. It's got to hold up in a firefight, and it's got to be dirt cheap. Yeah, I'm not gonna lie. It's gonna be a bitch finding. I got it. Holy shit, we are so good at this. There's an old church near Fort Cullen. The sanctuary is huge. I can turn the rectory into a garage. It's condemned, so it's cheap. And it's got a fucking graveyard, so we can stash the bodies. You fucking rock. What are we waiting for? Let's check this place out. Ну так поехали. Посмотрим на эту церковь. Или что это такое? Let's go. I'll drive. Where is this church? Давай, up on third. Oh, that place. Две машины, да? Угу. А, ну я сам поехал. Ну конечно, конечно. Пошел я нахуй. Ага. Architectural details look amazing. I see. Сука. Конечно, это было круто. Мол, за нами же кто-то стреляет. Кто там стреляет? Да, да, не должен вроде стрелять. Да, они кого-то обидели. Кто-то обидел. Скорее всего, кто-то обидел. Начали гадить. Assuming the restorations preserve the original facade. You're not gonna worry about preservation when I put in my state-of-the-art kitchen, are you? Ход в рот. Улетел. Не туда. Ты не туда.
Да. Да, как раз то да. Так, не туда, да, всегда ж туда было, ёбаный рот. Ну да. Все, мы приехали. Куда нам, что нам делать? Отведите меня в церковь. Она что, еще не достроилась? Да? Ну да, типа. Вот здесь? 60 метров. Здесь фронтальный погрузчик, окей. Кто-то... Кто-то мне вот этот человек поднять крышу. А, он убежал. Блять, что здесь? Блять, что это такое? Это вот так нужно сделать. Есть. Строй площадку. Да я тоже сяду, слушай. Ну так садись. Ага. Вот так вот. Еба, это прикольно. Это жестко, блядь. Как это называется? Блядь, не могу подкинуть. Дай. Давай вот эту кабинку, блядь. А, да подожди ты, не разрушайся. Во. Опа, полетело. Закинули вдвоем, блядь. Это был? Демонтаж произошел отлично. О, кто-то едет. Машина? О, нихуя себе машина едет. Пошла ты. Вот и все. Вот и нету. Тройное, двойное, множественное убийство. Множественное. Много едет здесь. И подкинуть нахуй. И летаешь. Подкинуть. Ой, хорошо как. Ой, хорошо как. Да? К вашим друзьям. А где они были в этот момент? Marshall's down, but they'll be back as long as Bland owns the deed to the property. Then let's get him to sell. After this? Not likely. It'll shake him down. Эффективно ушел с кадра. Guys used to do stuff like that all the time. Good call. Kev, you're with me. Where's Bland? Вербалетик. Let's call the number on all those billboards and find out. А куда мы идем? Рекламный щит какой? Кто-то звонит нам. Окей. Mr. Mayor, been an honor John Blandin. Ладно, попробуем. Mr. Bland, I'm calling to take that old mission church off your hands. О, ты смотри, даже целая машина есть. Охренеть. А на строе. Сука. Ты делаешь лишнее. По идее, должен за тобой бегать. Хотя это побежал за мной. Там машина стоит. Чего я не могу в машину сесть? Так. Здесь написано, стоит машина. А, нам территории нужно будет освобождать тем, что мы, типа, делаем какой-то урон, короче, и так далее. Освобождать территории? Угу. А, что эти машины Бланда? Это у тебя? Что-то типа, блин, Far Cry, да? Да, да, да. Знакомые где-то уже видел. Тут мы с моим свою машину уничтожили, не? Hi there, me again. You gonna make this easy and give me the deed to the church? You go fuck yourself. Bad answer, John. I hope you don't get car sick. Let's show this shitbag a little Santo Eliso drift. What are you doing? What are you doing? Что за дрифт? Меня подберешь или нет? Ёб твою мать, я здесь бегаю как их. Ща. А уже не надо. Я что-то нашел. Вот такая вот дрифтовая тема. А, дрифтить нужно будет. Всё? We are. Now give us the deed. No way. Okay. Guess we're gonna have to play hardball. Ох, нихуя себе. Поезжайте к шоссе. Едем к шоссе. Ого, куда ты? Я себе как я это сделал. Видел это? Это было жестко.
Дрифтанул, полетел. Это прям пиздец, конечно. Да, конечно, я не ожидал такого поворота. Есть шоссе. Куда дальше? А, по встречке проехать? Нет? Двигайтесь по встречке. Ну так мне повернуться сначала нужно. А теперь можно ехать по встречке. О, дерево, нихуя себе снес. Главное, столб снес. Не могу, дерево снес. Больше два раза, чем столб. Блять, с окна выпрыгнул. Как так получилось? Дайте мне что-то такое мощное, чтобы я... Двигайтесь дальше по встречке. Окей. Зашибись. А, почему мне назад нужен тюплет? Не-не-не-не-не! Ух ты. Что случилось? Не говори, что, блядь. Я упал, короче, в водоем. В лужу. Так и сказать. Что? Не в лужу, в водоем, бля. Блять, полиция, ты какого здесь? Хуя? А, ты едешь, ладно. Поезжай на кладбище. Вот. Давай сюда, 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 ага. Четко, четко. Хуйня, конечно. Продолжать совершать прыжки, ёб твою мать, понятно. Да ёб твою мать. Да пошли все нахер. Мы не отдадим вам, бланде. Надо машину получше бы вообще было. О, так это его тут... машина, я не мог выбрать. Газ на максимум. Вот так вот. Нихуя себе. Хера себе, они там летают, слушай. Да ес! Наконец-то ты взорвалась, блядь. Это не умер. Да, еще пару прыжков сделай. Где? Yeah, куда? Да тут аж. На кладбище. А, вон, вижу. Все. Ёбаные гробки, блядь, пересыпаю через них. Или как их эти? Тату или как? Блядь, как они называются? Ну эти памятники, во, понаставляет. Там пересыпают. Наверное, не просто так, Валер. Да ну это декор. Ёб твою мать, на голову прилетело. Я думаю, почему я не еду, запутался в этих памятниках. Давай быстрее, потому что мы сейчас здесь всю полицию соберем. Я так и понял. Блять, чуть-чуть. Блин, немножечко. Да иди в жопу, блин, отстань. Задолбало. Все, у меня патронов нету. Сука! Не, ну мы еще живы. О, нет, дымим, но еще живы. Патроны закончились? Ладно, выполним уже. Отстаньте от меня, отстань. Занимайся своим делом. Выполняй быстрей. Блять. А я выпрыгнул. Автомобиль его уничтожен. Вот так вот. Вот так вот. Ладно. Дальше, бля. Полиции хотя бы нету, слава. Нет, есть. Не, есть. А почему она? Откуда она здесь взяла? Да, прыгай, короче. Чем выше, тем лучше. Да я так и понял. Да не, не стреляй. А, он, блядь, стреляет, сука. Да сейчас там, блядь, наберется. Репутейшена. Да, вот дальше налево езжай, дальше, тоже прыгай. Задолбали. О, зашибись. А задолбал ты стрелять.
Эта тачка теперь тоже наша, так что вылази, блядь. Давай в церковь. Куда там? Еще? Какое-то испытание. Да не. All in a day's work. Ready to head home? Home? I like the sound of that. Ooh, I'm gonna post about it. Yada-yada-yada-yada-yada-yada. Hashtag take me to church. Hashtag new digs who dis. Hashtag list. Немножко дрифта. Posted. Oh, look. Главное, всегда поворот вписываться. Ух ты. Ладно, тут что-то не туда. Не туда повернул, ну ладно. И такое бывает. Ого. Подпихивает нас здесь, а? Смотри. Блять. Ух ты ж, ебать. Это, блять, очень. Да не, нормально. Как ты справляешься с этой хуйней? Ух ты, я не хотел. Бля, теперь не выйду, да? Подпихнешь? Сука, вот все, тупо за бордюр заехал, все, ты выехать не можешь. 44 метра. Пизду эту машину. Ладно, может, добежал, но все равно. Да что ты мучаешься? Слушай. Машина зеленым светит. Вот так вот. Вот теперь она выехала. Лучший из миров. Все, зашибись. Нинка, ты где? Ты где, Нина? Нина. Я уже бегу. Ты кинь такой долбоёб, да? Я не могу. Это пиздец. Нет. Just the briefcase. No problem. I'm sure I can get in through a window or something and open it up. Okay. Пошли искать вход. Break down a door? Not my door. Мне кажется, здесь снаружи. Не, ну вот сверху, да? We own this place. We have to pay for this shit. Ты меня прыгнул, хватился за воздух и поднялся. Это как? Ну, вот так. О, блядь, пингуем, а мы с тобой пингуем. Это, мне кажется, это сервера все-таки. Ага, мне тоже так кажется, сегодня стандартная работа. Прям очень. Как там? Тем более выходные. Ну, действительно, может. Община Айдла. Куда ты там уже забрался? Я только добегаю. Я уже внутри. Всегда первый меня внутри оказываешься. Как так? Fuck. Their parties get violent. No thanks. Я просто падаю больше, чем ты бег вообще. Бегаешь. Ух ты, если упаду, ничего не станет. А он сюда или не сюда? Бля, ну здесь же двери открываются, ладно. Откройте переднюю дверь! Помогите за... Ага, защитить. От кого? Хоть бы оружие... О, блядь, я не хотел. Иди сюда, чё она там? Подожди, что... Пиздец. Обстань ты, блин. О, помог. Оружие. Да прикольно. А еб... Ух ты. На, нахуй. Получай. Тварь, леща тебе, блядь. Мамку не слушай. Это было, конечно, можно. Первый раз вижу, чтоб Лукаша таких лещей давал. Потому что у меня персонаж, ты забыл сказать имя, а его Лукаш зовут. Лукашева. Нина Лукашева. Нина, блядь. Ну она же у тебя сиськами, правильно? Это же она все же. Значит, что? Нина Лукашева. Что мы, блядь, бегаем по кругу, ты задолбал. А, я не могу дорогу найти. Ты мне как будто бы быстро бежишь. Сука, здесь закрыто. Ну что за хрень? Так, блядь, я куда? Как? Шо? Где? Куда? Наверх, да? Блядь, прикинь, если через верх реально. Да, блин, непонятно, куда бежать, реально. Все двери закрыты, блядь. Просто еще через
Низ, вверх, нихуя его знает. Так. We got company coming. Have you seen what's in this briefcase? Not now, Eli. Вот, get inside. And maybe revisit the stance on guns. А, ты там еще помогаешь, да? Угу. Да ты беги пока вот. Туда, я сейчас здесь зачищу. Ладно. Я-то думал... Так, что, я на втором этаже, что? А, еще куда-то можно, да? Сука. Почему? Выбросить друзей. Пиздец. Короче, нужно все вместе, походу. Как не одно, так второе. Да, на заданиях прям свободы нету, я скажу. Вообще, отошел, все, блядь. Бросил. Подожди. Ну что-то вообще людей мало. Я рано выстрелил. Блядь, куда ты села? Нина, ну вставай давай. Ах, как обожаю гранат. Хорош, хорош. Побежали все, теперь назад. Так, ты сказал, там, не, ты говорил там через верх? Ну это не верх показывает. Ну понятно, показывает, что не через верх, но типа, вон, то есть, что не вверху. Да не, по-моему, не через верх. Нихуя, нихуя не через верх. Что это за дичь? Какого хуя? Как не попадать? Я не нашел. Да блядь. Стой, подожди. Да тебе нужно быстрее обходить. Там, наверное, нужно слева обойти. Мне кажется, она на улице просто. Да-да-да. Обойти там слева нужно. Скорее всего. Действительно, так и есть. Вот слева нужно было бы пойти. Вот там вот они забегают. Да-да, вот да-да-да, вот здесь точно. Сейчас разберемся, подожди, еще подъедут. Вот что-то мало разобрались, да? Хорош было. Ну, первый раз самое лучшее было, то что там разлетелось. Ой, понюхай писечку. Потряси сисечками. Ты что? Да, во, на кладбище. Вот. Граната или я его? А потом все равно пополню. Опа! Вообще. Ай, больно. Срабатывает. Не срабатывай. Он, патроны закончились, классно. Да никто никого не бросал, что вы доебались-то. Кого бросают? Не. Уже сюда нельзя можешь. Так, право шаг влево сделать. О, яйца больно. Да давай! Сюка. Теперь внутри, что ли? Не, вот сбоку. Ага. Теперь вот эти двери, ну да, внутри. Теперь вот эти двери. Да ты шо? Двери открылись, хорошо. Ух ты. Тут слишком много. А, не работает. Нет, сука, я думаю, чем я не могу гранату пихнуть? Он перезаряжается. Ни хрена себе их здесь, конечно. Да, многовато. Что поделаешь? Ёлы-балы, это было жестко. Иди сюда. Сука, не в ту закинул, а? Ого-го-го-го-го-го. Тихо. А чё она такая жесткая? Какая-то мощная хуета. Действительно мощно. О, стой. Блять, подобрать не успел. Yeah, okay. Dead bodies notwithstanding, this place is pretty great. Right? There's a lot of potential here. A lot of work to do, but still. We're actually gonna do this, aren't we? You're goddamn right we are.
Да ладно. At least we've got a cool logo. I'll take it off the whiteboard. We need a name. The Saints. We call ourselves the Saints. Сука, я не могу с этого персонажа. Ты точно скотой. Не, я создал такого, что ну нормально. Мне бы хотелось чуть больше серьезности, конечно, от игры. Или каких-то моментов. Серьезных моментов от игры. О, сделайте себе. Ну, я ожидал перезагрузку такую, но вышло, что вышло. Вышел обычный Saints Row с хуетой, короче. Ну. Понятно. Уа. Хорошо. Что, на этом завершим? Угу. Всем спасибо, ребятки. Всем пока-пока. Всем пока-пока.